Вот, Ксюшка, Ксюшка мерзнет, Ксюшка у нас в наушниках, сильно. В варежках, в рваных джинсах. Вот. Да? Зато гость закален, и как ты чувствуешь? Прекрасно. Это самое вот, главное, это потому, что ты ешь активе по утрам. Комфортно. Потому что надо делать зарядку по утрам, никакой активе не спасет. От зарядки? И от зарядки, и от головной боли. Мне кажется, это очень трудно с утра после вечера встать и делать зарядку. Ну, особенно если это утро субботы. Да. Мы тут планируем выдвигаться, тусить с нашим гостем, мы уже договорились. Да, Кстати, ты знаешь, что бассейн в Олимпийском в субботу с утра очень дешево стоит. Он в понедельник, во вторник с утра так дешево не стоит, как в субботу. То есть, ребят, экономьте и будьте здоровы. Ты сейчас как это, как Елена Малышева говоришь. Если мы сейчас поедем тусить с тобой, ну хватит ли нам сил протусить всю ночь и с утра еще в бассейн? Ну, нам надо еще заехать, справки взять. И шапочки. Шапочки иначе не пустят. Ну, в общем, ныряем и быстренько в клуб, и там уже отогреваемся. Mm-hmm. Окей, я надеюсь, что кто-нибудь нас отогреет. Дальше в программе у нас будет рубрика «Даты», рубрика «Дни рождения», рубрика «Приметы». Сегодня у нас будет премьера рубрики «Angry Skype». Знаменитый скандальнейший музыкант московский из скандальной группы поп-панк, скейт-панк, группы Plush Fish, да, и сегодня выйдет с нами на связь. Еще куча групп, он расскажет нам об этом, когда мы сконнектимся. Теперь у вас появилась такая опция, всего за 100 рублей вы можете заказать рекламный плакат, рекламное объявление, которое появится у меня на груди. И весь эфир, оно будет мелькать. Да, на протяжении всего эфира оно будет на мне. Мы будем это обсуждать, комментировать, эту традицию открыли ребята из группы... Из паблика Дрэш. Ребята, я не знаю, ты знаешь, что такое Костилин? Фамилия Костилин? Да, я знаю, это мой друг. Твой друг? Мой друг, да. Вот, ну, они мне заказали текст, что Костилин не Эмма. Да ладно? Да, вот я сегодня сижу... Скандал. На груди с табличкой Костилин не Эмма. Ты знаешь, я до этого была уверена, что мой друг Костилин, он Эмма. Да? Но вот такая противоречивая информация. Ну, я не знаю, мое дело не вникать, мое дело просто наши экономические вот этот вот отдел, они посчитали, что маржа как-то не выходит. Маржа, вот, да. И нужно, черепаха нужно, тоже не уходит. Нужно какие-то такие штуки придумывать. Так что перед следующим эфиром, если у вас есть желание, всего 100 рублей, которые можно отправить либо на Киви кошелек, либо на перевести на Сбербанковскую карточку. Пишите, вам все расскажем. Вот, текст и... В течение всего эфира я буду вот с этой табличкой сегодня так. И, кстати, хочу отметить, что можно сделать это все анонимно, то есть, да, то есть мы можем не озвучивать. Можем озвучивать, кто можем вас не заказал? Озвучивать. Кстати, Дрэш просили озвучивать или не озвучивать? Блин, по-моему, нет. Я могу рассказать немножечко о том, кто празднует дни рождения сегодня. Давай. У тебя есть какие-то эти информации? У меня есть коллега на работе. Спасибо. Значит, дни рождения сегодня празднует Мухаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион. Джим Керри, американский актер, насколько я знаю, наверное, уже какой-то режиссер, продюсер. Возможно. Вот мой коллега очень хвалился тем, что он в день с Джимом Керри родился. Наконец, Мишель Обама, первая леди США, женщина, которой сейчас тяжело приходится. Мне кажется, ей сейчас уже лучше приходится. Муж хулиганит у нее. Ну, она уже его от себя отстранила, поэтому... Отстранила? Да, она это видит теперь только... Что смешного, Вячеслав? Женщина это так называет, я тебя отстраняю от своего тела, все. Всем привет, это Петя Мэйди. Большое спасибо No Mercy Radio, что пригласили сегодня. Как бы очень давно Ксюша меня уговаривала. Говорит, давай, Петя, к нам в рубрику. Нас уговаривали слушатели постоянно. Даже, лишь да, бы ты у нас это был. Это правда. Да, вот, Глеб, извини. Теперь здесь крутой чувак будет, вот, в общем, так. Наверное, самый большой. Скажи, где ты находишься, что у тебя мы видим за спиной? На новом Мерси Радио после ухода Малейка. Вот, что-что? Легендарная, да, вот эта скандальная история. Кстати, ты слушал, Малейка вот заявила, что твое появление в Бла-Бла-Шоу, это для нее страшный сон. Как ты это прокатил? Я не понимаю появление Малейка на свет вообще, если уж так пошло. Но все равно большой ей привет. Я многому у нее научился, как... ведущий, наверное. Дупый человек. Поэтому, если сегодня вдруг перестанет работать микрофон, знаете, это школа Малейка. Ты что-то приготовил? Я приготовил стишок. Отлично. На самом деле, я хотел уточнить по поводу сегодняшней темы, да. Так.
тема называется, ну, грубо говоря, зима-холода. Зима-холода, ведь, так? Так и есть. Одинокий дома. Мы обсуждаем тут погоду какую-то, да. Я просто хочу сказать, ребят, вот вас самих действительно это не достало, то есть весь декабрь в ленте новостей, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме я наблюдал одну и ту же картину, все постоянно и перманентно ныли: ой, где снег, ой, почему так тепло, это не настоящая зима, какой же Новый год без снега, только наступил январь, только сейчас похолодало и пошел снег. То есть то, что вы просили, все тут же заныли. «Ооо, почему так холодно?» Теперь вы довольны? Я серьезно не представляю себе, почему постоянно, каждый год одно и то же. Разговор о погоде, мне кажется, настолько бессмысленный, ребята. Мы, понимаете, мы живем в России все давно. Мы должны уже давно привыкнуть к этим непонятным метеорологическим катаклизмам и абсолютно непонятному... непонятной температуре, которая у нас происходит. В этой стране вообще все непонятно, потому что, как бы, о чем мы можем говорить, если Борис Моисеев с хором ментов поет песню «Мама, анархия», да? Ничему не надо удивляться здесь. Поэтому прекратите, ребята, ныть, воспринимайте погоду как данность и радуйтесь, а то удалю всех реально. Да, кстати, по поводу удалю, вот у тебя в друзьях ВКонтакте почти 2000 друзей. Как ты справляешься вот с такой бешеной популярностью? Я не читаю, мне пофигу вообще. Я читаю только Ксюшеньку Ботову, потому что, ну, она обещала меня привести на радио, и вот я здесь. Ну, люди следят за твоей внешностью. Вопрос такой, вот сейчас стоит мороз, какой крем ты используешь, чтобы на коже, вот кожа не страдала от морозов? Ребята, в общем, для начала включайте порно. Это самое важное. Это когда ты на улице находишься? Я, кстати, забыл спросить, Виталик, у нас насколько приличное радиошоу и насколько цензурное? Ну, я могу... мне кажется, мы можем в процессе как-то прощупывать. Может быть, я все-таки лучше перестану, а то... Не, мы можем прощупывать. Четвертый сезон только начался, я не хочу, чтобы он завершился на мне. Ну, мы хотим, чтобы он был скандальный, так что давай... Петь, тут еще вопрос к тебе от слушательницы уже поступил, и она спрашивает, как понять, он хочет замутить или просто так лайки ставит? Вот как понять поведение? Вот... Ну, твое, собственно. Да, вот ты ставишь просто... Я не помню, кому... Ксюш, я тебе честное слово говорю, я только тебе лайки ставлю. И вот у нас появилась новая мини-рубрика, она называется «Блиц». Давай сделаем это по-быстрому. Попробуешь поучаствовать? Я буду быстро, ну, задавать, давай, вопросы, а ты быстро отвечать. Давай. Готов? Да. Ска или панк? Ска. Челси или Малейка? Челси. Усы или борода? Усы. Наив или тараканы? Малейка. Фэт Майк или Ваня Рябов? Ваня Рябов. Слава Жирный или богатство? Ваня Рябов. Слава или богатство? Тут я вот не могу. Это я так люблю все на самом деле. Слава и богатство, конечно. Замедлять или ускорять? Харизма! Чел или Малейка? Жирный Ваня Рябов, опять же. Хорошо, Малейка или Ваня Рябов? Ваня Рябов всегда. Ну, я считаю, нормально. Ну чё, что нам ждать сегодня на этой вечеринке? Может быть, расскажешь? Слушай, ну я понятия не имею. Я просто иду туда как бы... бесполезно провести свой уикенд. Это весь уикенд будет продолжаться, вечеринка? Ну, я думаю, да, закончу в понедельник утром, как обычно. Окей. Ты со мной? Я думаю, да, что мы выдвигаемся. Всё, там договорились. Уже... Бассейн отменяется, извините. Так, а давайте вот без этого, я старше вас. И еще видел Зюганова 45-летнего. А вот-вот ему скоро 70 уже. Не каждый, да, может таким похвастаться. Либо что тут хвастаться. Я вот Малейка худую видел. Серьезно? Хотя нет, не видел. Вранье. Собираюсь прийти на непонятную вечеринку в манифест-бар, где, собственно, вы можете нас сегодня наблюдать, я да, думаю. Да, куда, собственно, мы всех Ксюша, приглашаем. Ты тоже придешь? Я нет. То есть я зря купил букет из 30 миллионов алых роз? Ну, ты можешь Виталику передать. Я думаю, Виталик тебе передаст. Виталик передаст. Ну, я думаю, Виталик не передаст. Окей, что? Наша Дина из Чебоксарфан спрашивала, как так вышло, почему Плашфиш приезжали в Чебоксары, но Петя Мэдди не принимал участие в этом концерте. Вот, Петя Мэдди сейчас вопрос... с нами уже на связи нет, я думаю, если бы он был, он бы ответил бы на него. Но мы можем этот вопрос ему передать, и в следующем выпуске он ответит на него обязательно. Ну да, либо я могу просто не оригинально на него ответить. Петя, он... Он боится ездить. Он, короче, иногда сливается с туров. В Москве вот он стабильно играет, а с туров иногда сливается. Боится выезжать в регионы, потому что, не
знаю, потому что геев как бы не любят в городах. Вот. Ну да, в Москве ты их много, 150 километров от МКАДа, а дальше уже все. Ну да, понимаешь, опасно. Следующая новость, наш гость должен еще помнить. 1920 год, Советская Россия официально отменена смертельная казнь. Собственно, Вячеслав тогда это и спасло. Да, это шкуру твою. Да, было дело. Ну, был у нас знакомый в министерстве. По блату, то есть он все, да? Он протянул, да. Ноги протянул закон протянул. Специально. Это единственный случай был в Советской России, когда ради конкретного одного человека подгоняли закон. Позже, да, когда уже Советский Союз распался, в нынешней нашей современной России такое уже практикуется часто. Что у тебя? У тебя какие-то таблетки в кармане? Это от кашля или для вечера? Это от кашля, конечно же. Ну, мало ли, кто-то приболеет в клубе, кому-то надо будет помочь. Для этого в клубы эти таблетки носят? Ну да, да, бывает их растирают там, ну, удобнее даже в ноги. Я слышал, бывает иногда в десна втирают. Да, да, и такое бывает. А почему в туалете обычно? А где еще? Или там на лестнице, вот, бывает тоже. Ну а где, вот, ну а где еще, чтобы не мешать никому? Ну, может. Представь себе, у тебя порошок за 15 тысяч рублей, грубо говоря. И если ты будешь это делать на танцполе, кто-нибудь толкнет там и так далее. Ну, возникнет конфликт. Вопрос, сможешь ли ты его уладить или нет. Поэтому лучше отойти в стороночку. Спокойно, да, принять лекарства. Что, мы напоминаем, что наша тема нашей сегодняшней программы — зима, холода. Как обычно мы одинокие о дома говорим. Или что, одинокие все, одинокие как будто из-за льда. Моря и города, опять-таки, все изо льда. Да, Лиза, я знаю, что-то между нами года, там, города. Вот, бла-бла-шоу, мы сегодня вот мы рассуждаем о том, как жить в такие холода, в радость ли вам эти холода, или вы... Я могу сказать, что я вот планирую буквально через недельки, через две, в очередную командировку по работе, по Новомирному радио, уроки географии, во Вьетнам поеду. Ты не случайно не был? Нет, но это наши коммунистические друзья. А вообще нельзя там занавес железный. Встретить тебя очень тепло. Возможно, тебе выделят экскурсовода. Хорошо, что не камеру. Возможно, и камеру где-нибудь в тюрьме. Но это смотря как ты будешь себя вести. Окей, я у тебя потом как какие-то инструкции попробую получить, да, как себя лучше вести, чтобы остаться при своем и не оказаться в камере. Так вот, друзья, сегодня 17 января, святки. А, феоктист. Ага. Феоктистов день. Вечер. Небо чистое на феоктив день. Да. С полной луной к сильному полноводью. Ты посмотри, луна как там? Не видно нас, мы в подвальном помещении. Последние святочные гадания. В этот день, по обычаю, гнали черта из деревни. Поэтому мы в клуб идем. А в черта обряжался селянин. В селятина, я думаю, там хорошо. Надев вывернутую наружу мехом шубу. Это Кмалейка, это единственный мой знакомый, который носит шубу просто, я не могла не... Мехом наружу. Так и делает. А в старину верили, что нечистая сила возвращается в свое владение, стараясь напоследок натворить как можно больше зла. Я надеюсь, это Кмалейка. Еще раз напомню, что у меня на груди табличка, которая сделана на заказ. Да, отправлю. 100 рублей на Киви кошелек, либо на карточку Сбербанка, ваш текст. И в следующей программе я буду с табличкой, которую пришлете вы. Да, вот. Сегодня это табличка с надписью «Костилин, не Эмма». Да, Костилин, кто не знает, это админ паблик «Верни мне мой 2007». А что такое «Верни мне мой 2007»? Это паблик, по идее, как про Эмма, но оказывается, Костилин не Эмма, то есть... Не знаю даже теперь. Не знаешь? Не знаю. Вот. Теперь все узнали благодаря этой табличке. Да. И в следующий раз, пожалуйста, выходите на связь. Там бросил 100 парень, рублей. Не беда. Бросил выход парень, есть. Да. Ну, можно, да, начальник в принципе. Начальник козел. Можно и нецензурные слова, пожалуйста. Да, у нас можно все. В эти выходные крещенские морозы, ребят. Да, так и что? Так что очень рекомендую в местах, где есть вода. Ну, это в барах, в клубах. И на улице. И на улице. Да.
Я предлагаю послушать еще у нас сегодня песенка от группы Рошамбо, прозвучит в эфире. Песенка о погодном явлении, которое мало возможно ты сейчас. Ты знаешь, как говоришь, как пельш в «Угадай мелодию»? Вот он так же объяснил. Да, я могу и руками. О чем? Трек там? Скольки, скольки ты угадаешь эту песню? Ну, я уже ее знаю. Всем нужен спорт. Все-таки зима пришла, нравится, не нравится, с этим надо смириться. Ну да, как говорил Петя. Да, как бы, чего уж, надо терпеть, стиснув зубы от мороза. Расслабиться и получать удовольствие, да. Да-да-да. Подводим итоги голосования, значит, рады ли вы приходу зимы, такой действительно уже фактической по погоде. Большинство людей, 50% опрошенных, говорят, что да, они рады, что так все и должно быть, как есть. А вот эти вот минус 19 сейчас за бортом. То есть они рады, минус 19, они рады, минус, да. 22 с утра, они счастливы. Я сейчас пойду тоже туда и попытаюсь порадоваться этому. Спасибо, занимайтесь спортом, ходите на турники, ныряйте в прорубь и летайте с парашютом и... И скакалка всегда полезна. Страны. Вот. Что значит скакалка? Скакалки очень полезные, но не менее 120 прыжков в минуту. Прыжков в минуту. Нормативы, да. Что, мы, наверное, будем прощаться. Спасибо всем огромное за то, что провели с нами этот час. Да, за спасибо нашему гостю, спасибо нашему Пете. Да. Спасибо группе Friends Will Be Friends, которая нам дозвонилась из далекого Нижнего Новгорода. Спасибо всем, кто писал нам на стеночки. Оставайтесь на связи, следите за анонсами, следите за обновлениями. И все валите в клуб в ночной московский. Мы сейчас там встретимся. У Славы есть колеса.